Здравствуйте! Сегодня я приехала в магазин Ультра. Девочки мне прислали смс, у меня тут еще скидка действует, надо ее использовать. Вот посмотреть на новые коллекции, еще что-то тут осталось на 50% скидки, посмотрим. Вот такие баллоновые тренчи, везде гамма такая бежево-рыжая. Сейчас зайдем. Анкора! Чао! Вот эта курточка мне очень нравится, ихняя. Вот мне по что ее одевать. 109 евро она сейчас стоит. И скидки на нее нету. Я смотрю, что уже обувь даже появилась летняя. Но вот это такая курточка. Сейчас покажу вам хорошо. Просто как панчи. Тут на заклепочках можно рукава соединить. Подклад. Вот мне нравится подклад. Вообще-то это моя модель. Я такие вещи люблю. Вот этот плащ хороший. Тоже. Questo bello, sì. No, posso vedere anche solo. Questo nuovo non visto prima. Снимается вот этот жилет, снимается, и там просто плащик может быть. Вот я вот таким. Questo come due, sì? Complecto. Sono due pezzi. Sì, due pezzi. И вот можно вот этот жилет одевать отдельно. И на кофты. Такой спортивный вариант. Очень хороший плащик. Очень мне понравился. Да. 149 евро. А вот эта курточка 109 евро. Я вам говорила, что мне немножко напоминает твинсет. Это дешевле, конечно, линия. Но вот эти кружева используют такой стиль романтический, как твинсет любит тоже. Это тоже классное платье. Вот для женщин уже немножко, у которых уже не модельная фигура, скажем так. Интересно, да, под лодочки, под кроссовки. И будет интересно смотреться. У меня много вещей от них. Видно вам, что это кружево на кофточке? Хороший такой трикотаж. Ну вот по камере не видно, да? Камера этого всего не передает. Вот это кружево, трикотаж и капюшончик. Вот капюшоны тоже всегда молодят. Вот у меня такая в бежевом цвете, а мне это больше нравится. Видно вам, тут плащевка впереди. Зад полосатый и капюшон. Очень хорошие модели. Платьице. Вот такие кроссовки. А я сегодня это люблю. Мне вчера была Луиджи. Видите, везде, в каждой марке есть разные там камушки, пайеточки. Итальянцы очень любят. Рюшечки, ну вот такой романтический стиль. Они любят. Так, что у нас в бежевой гамме? Бежево-песочная, цвет кэмел. Все есть. Беленькие блузочки. Хорошенькие тоже. Девочки-продавцы меня не трогают, потому что они знают, что я снимаю на YouTube канал. Я есть их не клиент, они как бы ко мне нормально относятся, потому что я сюда прихожу с подругами, и с Элиной, и с Ириной. И мы не только приходим и покупаем, потому они меня как бы не трогают. Разрешают мне снять, а потом уже знают, что я буду мерить. Но обувь я здесь не покупаю, потому что обувь мне здесь напоминает заровскую обувь. Это не кожа. Вы стопели, сиуно? Но. Эко пеле. Эко пеле, сиуно.
Ну вот, эко белые. Си. А вот эти, кстати, штанишки тоже классные на лето, типа шелковые. И очень много, а это я сегодня, и очень много горохов тоже, кружева, горохи. Но я так утром выехала, я даже не знала, будут открытые или будут открыты они. Вот это тоже. И везде капюшончики. Это, а, вот это палацы укороченные. Угу. Можно скомбинировать, очень даже интересно, можно скомбинировать. Ну хорошо, сейчас начну смотреть. Джинса много тоже есть. Окей, сейчас буду мерить. И вот это классное, вот смотрите. Это я уже показываю 40+. Или девочкам, пышечкам, чтобы выглядеть сексуальненько и модненько, стильненько. Я об этих говорю, модельках. Вот такая вот у меня черненькая. Мне эта полоска, я очень просто люблю полоски. Мне эта полоска очень нравится. Но это грубый трикотаж. Я вот свою черную тоже еще не одевала, некуда одевать. И вот такая у меня бежевая, только плащевка сзади, а вперед полосатый. Но синие, вот это синий с молочным, мне красивое сочетание. Я, наверное, поспешила купить черную с бежевым. Не совсем мои цвета. Это более мой цвет. Хорошие вещи. Сколько это стоит? Сейчас посмотрим. 89. Ну, так как и моя, да. И вот это 79. Ага. Тогда у меня была скидка. Я купила за 122 или за 130. Ну, где-то так. Ну, в принципе, цены такие. Ультра. Смотрите, какая хорошенькая посуда. Нежная такая, летняя. Зайдем? Зайдем. Я в этом магазине, честно, еще ничего не покупала. Вот рядышком Казанова. Там я уже 4 вещи сегодня присмотрела. Просто они объемные, надо приехать со своим другом. Вот смотрите, вот эта кружечка и с тарелочкой вместе, вот маленькая для кофе, стоит 56 евро. Интересная, конечно, интересная посуда. Но и стоит она тоже очень даже интересно. Да? А вот на то, что мы смотрели с вами, сейчас еще раз посмотрим. А вот эти у меня уже есть на кружечке, на кривашечке. Немножко не такие, потому что другая марка. Ну вот. Эта расцветка мне нравится больше. Она подходит под мою кухню. Вот. Но сейчас скидка 30%. Этих две кружечки двумя тарелочками маленькими, да? Получается сейчас со скидкой 36 евро. И кофеварочка такая же. И подставочка такая же. И есть большие, маленькие. Вот эта расцветка мне нравится. И на сахар. Салфеточки. Я покупаю Пилонес марку. Вот у меня есть такие вещи интересные. Это марка Пилонес. Вот эту марку я не покупала никогда. Но мне так запали эти маленькие кружечки. Но их только выгодно комплектом купить. Только если... Ну и одну не надо. Надо все в паре покупать. Только что мне понравилась тоже одна. Курочка розовая. И надо парочку. И что брать? Две одинаковых розовых курочки? Не знаю.
тоже думаю. Итальянская эта марка, я только что спросила. Итальянская марка. Любят они такое. Я то нет. Мне вот только те кружечки понравились, честно вам говорю. Ну, это же каждому на любителя. Вот эти, у кого дети. Но она тяжелая, эта кружка. Можно даже взрослым, чтобы просто поиграть в детство. Почему нет? Новита. Тоже по 40 евро. Кружка 39,90. Кружечка. С блюдечком. Но пока уходим. Ничего тут брать не буду. Grazie. Arrivederci. Molto bello questo комплекто, questo colore. Molto, sì. Это уже я нахожусь в своем, одному из своих любимых бутиков, это Zara Home. Леопардовый принт остается актуальным. Ну вот это я вышла после красной зоны посмотреть, что есть новенького. Привезли ли новые коллекции? Пока не вижу новинок. Но хочу купить еще одни тапочки, такие, как я себе купила перед закрытием здесь. В форме вьетнамок сделаны, но они мягкие, с мехой, очень удобные. Я уже походила дома, да, и думаю, надо взять еще, ну, чтобы было так в запасе, может, на подарок, потому что я люблю дарить подарки, которые людям потом будут приятны, приятные воспоминания. И, ну, как бы не просто, чтобы там стояло. Чтобы если стоит, то чтобы радовало глаз. Если носить, то чтобы это было комфортно. Ну, вот такие люблю подарочки дарить. Думаю взять еще две пары. Они были со скидкой по 20 евро. Сейчас посмотрим, если они вообще в наличии. Леопардовая гамма во всех цветах. Вот. Плетенка в этом году актуальна даже в детских комнатах. Вот такие салфетки. Я уже на них смотрела, но я хочу такие, ну, немножко другое плетение. Кстати, нету моих тапочек. Я так думала, только откроют, я сразу побегу. Сразу поеду. Нету. Есть разные модели. Ну, а те уже проданы. Видите, сколько плетеночки. Вот это я меряю пиджак. И пишет XL. Но он маленький. Сейчас пиджак должен быть большой, свободный. Это не мое лекало, наверное, потому что очень маленький. Сейчас еще другой померяю. Посмотрим другой. Вот эта модель. Сейчас покажу. Вот эта модель. А это М-ка. М-ка и немножко другая модель. Он уже свободный, так как должен быть. Но знаете что? Если это клетка, то надо смотреть, как тут на швах. И если она не совпадает, вот неровно, то лучше не покупать, конечно. Потому что сразу видно, что она стоит 27 евро. Лучше купить. Если у клеточку, то вещь надо покупать дорогую, брендовую, чтобы там было шовчик в шовчик, чтобы узорчик совпадал. Несу этих два пиджака назад, потому что видно, что качество, это Страдивариус, кстати, видно, что качество, ну, как бы, мне не подходит. Вот так. До встречи, друзья. Чао.